Всем снова привет, дорогие зрители и подписчики моего канала, с вами Джек Шепард, и я решил искать для себя идеальную схему, с которой мне будет максимально комфортно играть. Пока что пришел к вот такой. В принципе, я думаю, мне хватит 4 игроков нападения. Мне главное, чтобы у меня было один или два опорника, как минимум. А уж с ребятами в атаке, я думаю, я смогу что-нибудь разыграть. В общем, у нас, наверное, стоит поменять флангами игроков. Сыгранность, конечно, будет чуть меньше, но здесь смысл не в ней. Смысл в том, что мне нужен не очень скоростной игрок и более-менее скоростной игрок, и также не очень скоростной игрок и более-менее скоростной игрок, чтобы был какой-то баланс. Также добавил я в запас Инана, который выйдет вместо Фламини, скорее всего. Добавил Думбию, мало ли что, Сау, потому что... нет, у Сау форму максимально. Просто я убрал Варгаса, у него форма 83, вот вместо него поставил кого-нибудь. Маккарти у нас 78 отдыхает. Маркович, в принципе, подустал. Родвал я, наверное, не буду выпускать. В общем, Снейдер и Челханугу, скорее всего, на место цапов выйдут, если Родригес и Лалан не будут справляться. Ну и в нападении Думбия вместо Остина, скорее всего, выйдет. В общем, мы готовы к матчу. Третий дивизион. Мы пока что заработали лишь 3 очка. Но постараемся заработать хотя бы... хотя бы ничейку в этом матче. Хотя, кто знает, смотря какой соперник. Если соперник будет супер шикарно играть и с очень хорошим составом, то для нас и ничья будет хорошим результатом. А если будет шанс побороться за победу, мы, конечно же, за нее поборемся. А вот соперник. 84 его рейтинг. Итальянская лига написана, но это АПЛ. Обыкновенная АПЛ. Довольно дорогостоящая, сапнутая Магуэра. Я Туре там в центре, Рамирес очень быстрый опорник. Да, будет тяжело. Но когда нам было легко в последний раз, ставим вот такую же схему и поехали. Почему Азара никто не крыл? Ну, Круз сейчас, конечно, сделал 2 сейва, но... по-моему, там Лалана подбежал к нему мяч отбирать. Я думал, что он его отобрал и с ним останется. Но как-то мяч отскочил. Не туда, я Туре, Алексис Санчес, удар, гол. 0-1 уже на 5-й минуте матча. И, честно говоря, такой гол от Скокерски. Ему очень сильно повезло, что мяч ему прям на ногу прилетел. Ну ладно, 0-1. Лукаку, хорошо, Остин, бей, братюня! Пенальти это! Ну пенальти ведь чистейше, оттолкнули его от мяча. Азар, 2-0. Так, выпущу Инана, как хотел, выпущу Челханугу, потому что Лалана просто нулевой. Ну и Думбию, наверное, вместо Лукаку. Ой-ой-ой, чуть из матча не вышел случайно. Но он полностью меня переигрывает, и неудивительно, потому что у него состав гораздо сильнее. А у нас, ну вот, как не получается даже нормально атаковать. Только один удар был, и тот створ. Ну, в принципе, вот сейчас Челхан... нет, это Остин, не Челхан углу. Это Остин тут всех развозит, отдает хорошую передачу на Думбию. Ну, прекрасно. Типа прострел, хотя это был всего лишь удар в ближний угол. Матьюди, прекрасная передача Челхан углу слева. И Дехе, ну что ж ты будешь делать? Он сейвит это. Конечно же он это сейвит. Гол. Раската на 0-3. Инан хорошо отобрал. Ой-ой-ой-ой. Классно он прошел здесь. Все, 0-3. Никаких эмоций после этого матча нет. Я не расстроен, не, скажем так, не радуюсь особо. Ну, потому что он был сильнее по всем параметрам, по игре, по моментам, по составу. И закономерная победа абсолютно. Все-таки хотелось бы, конечно, чтобы подбор соперников был более, скажем так, адекватным, чтобы мне давали со состава примерно похожи на мои, даже и в этих же дивизионах, там плюс-минус один дивизион. Но нет, состав очень-очень жесткий. И такой команды их, к сожалению, очень сложно обыграть. Да и схема, наверное, все-таки не зашла. Я думал, что он зайдет, но нет. Мне было очень некомфортно играть. Я уже даже не знаю реально, куда это ставить.
Может, вот такую, как бы, ближе к атаке, чтобы игроки были. С тремя защитниками не очень охота играть. Ну, тут вся схема, где скопление игроков в атаке большое, они все с большим количеством защитников. Фланги я вообще не использую. Так. Может, вот этот центр форвардом сделать. Ну, Остин, он устал, он реально не тащит, когда он очень уставший. Он просто не тащит. Варгас. Так, слева Родригес, справа будет не Лукаку. Справа будет Маркович. Так, Фламини. К сожалению, не то, что мне нужно. Маккарти. Лалана был тоже не особо заметен, но... Кого вот мне в центр ставить? Нет у меня игроков. В общем, таким составом будем играть второй матч. Слушайте, а я вот подумал, может нам пока немножко отдохнуть от дивизиона, в кубках поиграть, что ли? Хотя как-то был у меня уже не очень удачный опыт с кубками, но был, в принципе, и довольно удачно, где мы до финала дошли. Плюс золотой набор дают. Может быть, кубки это то, чем нам нужно сейчас. Но реально, в третьем дивизионе меня просто... Причем не выносят, не разрывают, да, там не выигрывают с гигантским счетом 10-0. Но действительно, очень сложно что-то сделать вот таким составом. Разношерстным. Так. Сильвер состав его называется. Равка МЮ. Ну, я, пожалуй, в красной форме сыграю. У него из-за замочка не видно, что за форум. Судя по всему, наверное, Пармы. 71 рейтинг, 88 сыгранность. Но это серебряные бесты, наверное, нет? Нет, вроде бы нет. Маркович, спокойно. И вот такая вот передачка, скрытая Лалана. Ну как же он не забивает? Ах, шикарно. Просто шикарно прошли. Так, ну я знал, что он там будет разворачиваться. Ну что делают опять мои защитники? Ребят, ну, только же наладили вроде более-менее игру, Акбонна. Уикхэм бьет. И это был бы гол, если бы он попал в створ. Так, Лалана, ушел и мяч отобрал. И вот там вот, давай, Родригес, Джей. Голасо. Но это будет считаться как автогол, да? Да, потому что мяч попал в защитника и срикошетил ворота. Шикарный повтор, благодаря судье мы увидели абсолютно все. Ну, в общем... Это автогол, скорее всего. Ай, жаль. Ой-ой-ой, Антонио здесь прошел и будет навешивать. Нет, прострел, Крул. Ну опять, ну Крул, ну что ты делаешь? Выпадет хороший вратарь в паке, я поменяю Крула, серьезно. Просто на ногу им выкатил мяч. Маккарти, как он успел этот пас? Джонсон, ты что делаешь в атаке? Ты упоротый, что ли? Джей Родригес. Спокойно, ну, очень плохой пас. Прекрасный сейв Крула. 1-2. Я бы ничего бы не сказал, если бы он хотя бы прыгнул. Он просто стоял на месте. Смотрите, вообще никакой реакции. 1-2. Нет, перекрыть. Перекладина спасла нас. А потом и голова Акбонна. Первый тайм. Два мяча на пустом месте пропустили. Спасибо Крулу. Ух, ну парень играет хорошо. Действительно, серебряная команда вот прям под него сделана. Так, Маккарти. Челханоглу сюда выпущу. Родригес. Сау, наверное, в центр. А Варгас он... Почему же я все время на пропустить матч-то нажимаю? Все, давайте, ребята, тащить надо. А мяч-то наш! Лалана, ну! Вратарь был. Матюиди как тут всех развел и прошел. Ну забивать нужно, блес. Ну, Матюиди... Ну, что было? Что там было сейчас? Там был фол с нашей стороны. Блин, ну как Матюиди прошел? Мне кажется, что Лалану нужно менять на Уэсли Снейдера. Эль Капитану. Ты нам нужен. Ты нам нужен вот прямо сейчас. Все, Снейдер вышел на поле. Лалана ушел, Лалана негодует. Ну а что? А что делать? Мало полезности было тебе. Сразу по трибунку пошел. Ну ладно, разберусь с ним потом.
Вы, это просто идиотизм. Вы видели, да? Два моих игрока подбежали, один отобрал мяч, упал. Потом второй подошел отбирать мяч и споткнулся об своего же и снова упал. Ах, а там один пас вперед и могли бы забить Крул, но я не удивлен. Вот это хорошо! Вот это хорошо, Маркович! Ну! Мимо! 1-2 проигрываем. Такой момент не забивает Маркович. Снейдер, давай. Можно! Ну как же, ну отберите просто. Нет, все, ребята, это поражение. Все, 1-2. Вот этот матч реально обидно, просто так обидно. Маркович, вот был у него единственный шанс, чтобы сделать счет 2-2. И чтобы было дополнительное время. Он взял и смазал. Ну а соперник молодец, я поздравляю его с выходом. Он действительно серебряной командой так хорошо играл. 17 сейвов. То есть он по моим воротам в створ нанес не 10 ударов, как тут написано, а 17. Хотя, наверное, все-таки может быть даже и 10 из 18 ударов. Ну, могли же быть не в створ лететь. А вратарь все равно их зачем-то сейвил. Да. 3400. Мы так на один пак будем набирать миллион лет. Варгас контракт. Ну ладно, контракт у меня есть. Дело не в контрактах, дело в другом. Нападение, точнее защита у Мтити. Ракабуль обратно. Так, надо... Ну, блин, все равно форма на весь состав будет применяться, так что давайте. Крайний защитник, потому что у меня после двух матчей у них по 70 физики. Они реально просто мертвы уже бегают. Так, САУ контрактики. Будет третий матч в серии, ребят, так что... готовьтесь, так... Еще Маркович прям бесполезен был. Если зверя выпускать, то тогда сюда нужно ставить Анази. Ну вот Лалана реально просто сыграл на ноль. Так, а может у меня направо какого-нибудь итальянчика нужно поставить? А, ну тут даже сыгранности не будет. И на ПФА у нас вообще никого нет. А на ПФД тоже никого нет. Ладно, просто атакующих игроков мне покажите, пожалуйста. Из кого выбирать-то тут? Квальярелла. Манкосу. Манкосу. Вот даже тут зверь быстрее, чем Квальярелла. Ну ладно, посмотрю, не знаю, нафига я Квальярелла выпускаю. Пусть хоть один матч поиграет. Вообще, по идее, сюда можно САУ поставить, вот так вот. Гораздо больше пользы будет. Так, слева Родригес. В общем, все, вот этой схемой будем играть. Этой же тактикой. Погнали снова в кубок. В кубке-то без разницы, там можно постоянно вступать, вот 1-8 играться. В общем, вперед. А я тут опять заметил, что я забыл снять с паузы записи, и вы не увидели состав соперника. В общем, у него Информ Мюллера, супер-мега-тащеская команда, Ройс там и прочее, а у нас зверь. Все, что есть у нас, это звери, и он дал зверю пройти, хорошо. Так вот, у него Информ Диего Алвиша, Информ Нальдо, супер-мега-пупер состав, которому мы сейчас могли гол забить сами, блин. Потеряли свой же момент Агуэра также в атаке. В общем, состав довольно тащерский. Правда, название его команды называется Януб. Может, правда у него, ну, повезло, что крутые игроки играть он не умеет. Хотя, что-то мне вот так не кажется. Тиаго Сильва в защите. Месут Озил. Вот, сильный состав. Пас на зверя, зверь протолкался с мячом и наверх пас. Ну, зверь, долго. Анази, во-во-во-во, момент, Родригес. Родригес сам входит, удар! Диего Алвиш. Слушайте, у нас реально какая-то бойня, резня просто происходит на поле. Родригес вот так вот хитро. Вот так вот хитро и забивай, братю. Нет, прям по центру удар.
Слушайте, а в этом матче у нас реально есть шансы, и мы даже больше, чем мы атакуем. А вот такой пас-центр, ну... А вот такая двухходовочка, звери Сау. Сау пас на зверя, плохо. Маккарти. Передача сюда. Джей Родригес обработал, и какой удар. Джей Родригес. Вышел ворот, да, пробел? Я думал, может быть, рикошет был. Зверь. Ну что? Добежите, да че, ну уберите-то. Зверь, хорошо. Передачка. Сау, пожалуйста, забей в ближний. Балабом. А там, кстати, Анази был в центре, я мог туда отдать. Спасибо, Сау, ну. Шикарное празднование. 1-0. Это отбросы. Ну мы заслужили гол. Ой, как заслужили. Забили, конечно, глупо, но мяч абсолютно заслуженный. Не буду повторов много смотреть. Один посмотрели, ладно. Ох, Маккарти, какой горе мяч отобрал. Ну что, ребята, ваши ставки. Что будет во втором тайме? У него 2 удара, 2 в сторону, 8 ударов, 4 в створ. Ух, я бы хотел в этом матче, конечно, затащить и выиграть, но не все зависит от моих желаний. Так, я вот думаю, может быть, Чолхан-Углу, но нет, пока ничего не буду менять, ребята хорошо играют. Скорее всего, Остин выйдет в второй половине, у него выходит Мария. Маккарти, не надо пас отдавать, вот сейчас нужно! И отскок, нет офсайда, что было? У зверя офсайд. Джонсон, Саус, фланга. Прострел нужен, зверь. Не забил. Диего Лопес. Форм-карточка его действительно довольно тащерская. Я на PlayStation 4 я играл. И он, правда, очень мало пропускал. А вот там вот такой пасик на зверя. Не зверь, это Сантон. Сантон вот сейчас точно на зверя отдал, и все. Сау, зверь. Должен на корпусе пройти. И перекладил. Родригес, пустые. Как он это взял? Просто что, блин, происходит в этом матче? Да это вообще невозможно. В пустые ворота, зверь, в перекладину. И тут уже вернулся Лопес, успел ведь. Ах так. Надо сделать так, чтобы... Вот, чтобы зверь немножко отошел. И чтобы я навесил на Диагалес, он взял меч, и мы его потеряли. Сантонова фланг, хорошо, Родригес. Ну, прострельчик на зверя и... Душа. Ай. Нет, Ди Мария. Круто. Ой, возьми в руки, все, возьми в руки. Просто супер валидольный матч. Выходит Остин. А, Чолхан-Углу выходит вот сюда, вот в центр. У нас очень Сау устал. Ну, давайте Снейдер вообще туда вот на фланг отправим. Даже можно так, Чолхан-Углу. И у него две замены. Стерлинг и Шакири выходят. Ну, короче, пейс. Остин головой, скидочка, Чолхан-Углу. Все, ребята, победа. Мы выходим в 1/4 финала этого кубка. Хорошо, Уэсли Снейдер радуется, Кролл радуется. Кролл неплохо отстоял этот матч. Вот этот матч неплохо. Ну, может быть, с другой стороны, я не позволял вообще ему никак пробить. Я вот дал бы лучшего игрока матча, знаете кому? Вы знаете, кому? Диего Алвишу его я бы дал. И он лучший игрок матча. 11 сейвов сделал этот псих. Просто 11. Ну, я, в принципе, в два раза его переиграл. Матюиди снова в топе у нас, 7-8 его оценка. Ну да, Матюиди хорошо играет. Поэтому я его поставил в состав, пусть там максимально сыгранность идет. 1-0, вот так вот очень сложно нам было пройти в 1/4. Но мы все-таки это сделали, и матч 1/4. Если там выиграем, если не выиграем, не знаю. То, в общем, кубковый матч следующий. Естественно, в следующей серии. Я сейчас сразу вам скажу, что я буду ставить...
контракт, которых у меня довольно много. Ну, то есть я, во-первых, наверное, применил бы какую-то часть контрактов. А остальные контракты по 200 монет бы выставил, и может их там кто-нибудь будет покупать. Так, вот три контракта, например, здесь. Дорогой контракт мог бы я еще выставить. 17 матчей. Так, ну Думбия мне не особо нужен. 100% на Снейдер нужен контракт. Начал Ханугла. Я вот даже серебряный буду применять на своих игроков. А вот эти вот золотые 24 штуки, штук 10, наверное, выставлю за 200 монет на продажу. И если их кто-нибудь купит. Верел не нужен. Так, Джерард Дригс нужен. То у нас будет чуть больше монеток, чем было. Ну, чтобы хотя бы по 15 матчей у каждого было. Да, там уж если что. И на пак накопим, выкрутимся как-нибудь. Так, вот у Кабули не на 15 матчей, 21. И Крул. Блин, я бы хотел другого вратаря, ну ладно. Пока накину. Все, у Крула 15. А, за кадром сейчас поставлю все это продаваться. И уже в следующей серии, надеюсь, кто-нибудь все это купит. И у нас будет монета, ну, наберется монет на пак. Может, и наберется. Черт его знает. В общем, спасибо большое за просмотр. С вами был Джек Шепард. И счастливо.